Друзья, всем привет! На дворе у нас конец сентября, стоит аномально теплая, приятная погода, это, конечно, радует. Вот, не смогла я не показать вот эти две орхидеи, сколько приезжаю к родителям, пробегаю мимо и не достаю. А тут все-таки решила, так тепло, так хорошо, нужно показать. Это азиатский подросток, куплен в размере 2,5 от азиатского производителя Mickey Orchids. Цветет постоянно, я показывала зимнее цветение. А это рядышком у меня цветает голландская орхидея черная жемчужина. Они как-то перекликаются своими язычками. Взяла ее для компании съемки. Уж больно такие неинтересные, темные. Я совсем темные орхидеи не люблю, но вот эти очень давно в моей коллекции. У меня есть и светлый вариант Тесука Мики, но, к сожалению, он сейчас не цветет. Интересно было бы, конечно, их вместе показать, но пока наслаждаюсь только темным вариантом. В последних осенних теплых лучах всегда этот сорт обильно цветущий. Белая кайма зависит от температурного режима, от степени освещенности. У меня на подоконнике, подоконник восточный, не южный, вот такие последние темные цветочки. Цветонос еще не до конца расцвел, раскрылся, но он очень долго держит свои цветы. Возможно, позже я еще с кем-то покажу. В основной массе орхидеи еще отдыхают, даже не набирают цветоносы, потому что тепло, перепада температуры как такового еще не было. И поэтому я любуюсь остатками летнего цветения. Надеюсь, вы тоже вместе со мной. Очаровательные орхидеи. Я считаю, они все очень-очень красивые. Девчата, до новых встреч!